Новые отмостки, блестящая водосточка, яркий солнечный фасад. Сегодня здание по улице Донбасская, 25, не узнать. В Артеме началась приемка домов после капремонта. Первым комиссия проверила дом в районе шахты Амурская. Дом был построен в 1954 году. Сегодня в нем проживает 24 человека. Перед тем, как дом вошел в число подлежащих капремонту, было выполнено обследование. Управляющей компанией составлена документация, выполнен проект. В течение 4 месяцев здесь проходили работы по капитальному ремонту крыши, устраивались выходы на кровлю, а также выполнялись работы по ремонту фасада. При ремонте использовались современные отделочные материалы. По капремонту крыши была выполнена полная замена стропильной системы, замена покрытия кровли из асбестоцементного листа на металлические покрытия из профилированного листа толщиной 0,7. Было произведено утепление крыши, установлены противопожарные люки, установлены леерные ограждения и снегозадержатели. По капремонту мы произвели ремонт фасада именно самой стены, нижней части, которая уже была отчасти повреждена или сгнившая, поменяли даже там кирпич, то есть сделали выемку. Потом мы осуществили полностью работу по штукатурке, шпаклевке фасада. Все это, естественно, по сетке стеклотканной по технологии. Произвели замену отмостки у данного дома, ремонт входных групп, а также установленные козырьки. Работы по капремонту в округе ведет одна подрядная организация – компания «ДВ Монолит». На выполнение работ гарантия 5 лет. Качество ремонта нареканий не вызвало. Дом, как сами видите, очень сильно преобразился. Если кто видел этот дом до ремонта, здесь был просто ужасное его состояние. И сейчас вот какая конфетка получилась. Очень довольны результатом, отлично. После такого ремонта дом простоит еще столько же, сколько и до этого простоял. Потому что с кровлей сейчас вообще полный порядок, то есть там никаких намеков даже на протекание не будет, если только управляющая компания вместе с жителями будет достойно содержать, чтобы лишний раз туда не лазили посторонние люди, а то нужно оградить как можно лучше доступ посторонних лиц на кровлю. Ключ должен быть один только в управляющей компании и у кого-то из старших по домам, если в этом доме он есть, чтобы никто на крышу кроме них не лазил. Напомним, дом по этому адресу вошел в число 11 многоквартирных жилых домов, которые капитально ремонтируют в Артеме. Накануне приемная комиссия в составе представителей управляющей компании, специалистов администрации округа, представителя фонда капитального ремонта домов Приморского края и подрядной организации уже оценила работы на другом объекте капремонта по адресу улица Симферопольская, дом 3. В этом году подрядная организация планирует сдать после капремонта еще 6 домов. Ремонт проводится за счет средств фонда капитального ремонта. Следующий объект, который готовится к приемке, дом 5/1 по улице Ангарская. Луиза Сысоева, Иван Петров, Даная Михайлова. Городские новости для телеканала «Лента».